Здорово, мужики! Это обзоры от mob.org, и я Трэш. Просто я немного приболел, да и голос стал какой-то бабский, даже грудь немного выросла, но да не суть. В сегодняшнем выпуске вы увидите... Зомби-шутер! Космо-экшен! И захватывающий экшен-тир! Поехали! Создатели легендарной Dead Trigger вернулись с новым зомби-шутером Unkilled. Тебя снова ждут толпы ходячих, только на сей раз в самом Нью-Йорке. Впереди сотни миссий и оружия, десятки локаций, огромное разнообразие врагов и крутая графика. В общем, все как в старой доброй Dead Trigger. Что же нового, спросите вы? Ничего. Почему игра называется Unkilled, а не Dead Trigger 3, спросите вы? Потому. Кроме возможностей замедления и бесконечных патронов, отличий нет. Но если ты собрался получить новые ощущения от новой игры, играй 21-м пальцем. Если тебе не впервой разгребать последствия неудачных экспериментов ученых, то Xenowork — это именно то, что тебе нужно. Знаю, знаю, ты это уже слышал, но ты последняя надежда человечества, и ты баба, которая ходит как мужик. Твоя цель — найти и обезвредить всех мутантов и их гнезда, дабы не допустить распространения заразы. Чтобы выжить, придется модернизировать свое оружие и броню. Пройди 50 уровней, сложность которых, кстати, постоянно растет. Тебя ждет убойный шутан с морем зеленки, крутой графикой и мешком плазменных стволов. Ты приходишь и говоришь: мне нужна новая игра, но ты не просишь с уважением, не предлагаешь дружбу. Ладно, так и быть. Вот тебе новая шпила про настоящих мафиози под названием Cartel Kings. Они ужасно одеваются, а еще у них все время чешутся руки что-нибудь украсть. Так что вперед, воруй, грабь и убивай. Скучно самому или просто хочешь побантоваться? Вступи в картель и играй вместе с друзьями против вражеских картелей. Грабь банки, совершай налеты, общайся в чате, играй с друзьями, комбинируй оружие. В общем, затянись порошком прямо со своего девайса. А на сегодня это все. Качай, ставь лайк, подписывайся на канал и вступай в группу. А классу по этим видяшечкам можно их посмотреть. Ну не мне тебя учить. Это был обзор от mob.org, и я Трэш. Увидимся!